31. August, letzter Tag in Russland. Wir sind in einer Brauerei in Pskow. 2 Jahre alt ist dieses moderne, herrliche Werk. Und ich trinke heute am letzten Tag dieser Reise ein richtiges russisches Bier. Ruskoje heißt das Bier aus Pskow. 12 Sorten stellen die hier her. Mal sehen, ob wir in Deutschland irgendwann eins trinken. Wir trinken auf die Freundschaft und den Frieden. Sadruzhbo, Samir. Freundschaft. Ну! Пиво! Погоди! Откуда это все? Германия. Сейчас я вижу. О, последний, да? Последний это? Нет? Санкции, конечно. Санкции есть. Теоретически. Да. А это функционирует еще? Иногда. Это интересно. Можно это сказать, Керман, или ты, а, нет, да? Я спрашиваю, я не хочу, плохо, бизнес здесь будет. Но ты же локейшн. Да, я можно сказать. Я думаю, что здесь бизнес, наверное, в России такой. Окей. Плохо, да, говорите, да? Делаем из немецкого, немецкое, соответственно, пиво, да? Из бельгийского, бельгийское, да? Из английского, английское. Вот есть российское. Russian Курский солод. Курск. Курск, правильно, да. Были на пивоварнях вообще, нет? Курск я был. Не, в принципе, на пивоварнях. Наверное, все там были, пивоварни и так далее. Из чего солод делать? Вот. Можно что-то попробовать. Здесь. А, да. Это, да? Можно купить, да. Попробуйте, вкусно. Хочешь? Он же специально готовится. Немецкий. Да? Не как для хлеба пекарен. Да. Да, замачивается. Главное, ферменты пахнут. Да. Чтобы выделили сахара, которые нам нужны будут потом. Светлое делается, светлый солод для базовый делается для всех видов пива исключительно, для немецких в том числе, о, для темных в том числе, да. Темное, чтобы получить, мы получаем что? Просто темное. Вкусно. Просто добавляем темный, да? Вот он. Тоже. Бельгия. А, это бель. А, да, черный. Как кофе почти. Черный, можно? Да, вкусно? Конечно. Как кофе, правильно. Да. Темный, да. Это достигается температурной обработкой. Конечно. То есть оно практически обжигается, да? И поэтому он такой темный получается. Но в нем есть такое понятие, диастатическая сила, которая не может преобразовать крахмал в сахара. Вот поэтому темного, доля засыпи в темном пиве очень мала. Все происходит за счет светлого. Там все находится, да. Все ферменты именно исключительно там находятся. Да. То есть пиво, как закон о чистоте, 1516 год, вы придумали там, да, в свое время? 1516. Декларация о чистоте пива, когда там только солод может присутствовать, хмель, дрожжи и вода, больше ничего. Угу. Даже, наверное, дрожжи чуть больше добавили, потому что дрожжей на тот момент еще не было. Дрожжи изобрели там 17-18 век, точно не помню. Лагерные в частности, да, потому что, чтобы получить лагеры, они тоже позже изобрелись, да, потому что все было Эль. Все кругом называлось Эль. Вы, я так понимаю, в курсе, да, всех этих девушек. Вы очень быстро говорите, я не все 100% все понимаю. Да? Нет, я только в школе маленький. Хорошо, маленький, моя жена будет все переводить. Хорошо. Сейчас мы посмотрим хмель и дрожжи. Они должны храниться в температуре, соответственно, более прохладной. Проблемы у вас возникли после февраля месяца? Нет, не это, да? Можно сходить, конечно.
То есть здесь готовая продукция. Бутылки, кеги, возвратные, невозвратные. Hier sind die fertigen Produkte drin, die ganzen Fässer, die Flaschen. Хмель, да? Хмель, как он выглядит, как он пахнет. Откуда хмель? Оттуда. А конкретнее? И немецкий, и чешский, и американский, в том числе, конечно. А почему хмель холодный? Это интересно, что... А ему нужно хранить, чтобы он холодный хранился. Да, вот он как выглядит, он гранулированный. То есть, в принципе, что такое хмель? Это шишки? Да? И там используется альфа-кислота, да, для горечи, исключительно женского происхождения. Потому что мужская, мужское там не подойдет. Феминистки здесь. Да, феминизм. Write it down, please. Дрожжи, дрожжи еще не смотрели. Это подарок за твой муж? Это подарок за твой муж. Дрожжи, дрожжи, да? Сухие дрожжи. Страна изготовитель? Wheat. Но это Австрия, по-моему. Австрия. Нет? Санкции, да? Австрия, они 100% санкции, да? Санкции функционируют. Мы очень страдаем. Я вижу. Санкции каждый день. Мне понравилось, что когда он представляет, это вот там. Спешл бир, да, как говорится? Специальный. Special beer. Оу, это вижу. Оу, это как вино. Нормальное вино. Да, 15 градусов. Пиво 19 градусов. Выдерживается год в бочках. Оо, пиефеса. Да. 12 градусов? 15. 15. Не знаю, нормальный, только вино. Вино. То есть барли вайн дословно переводится ячменное вино, это англичане придумали, да? Английское, да? Русский имперский стаут. Это темное, барли вайн светлое, это темное. Выдерживается в бочках год минимум, да, из-под виски, каким должен шотландский, да? Американского бурбона, французского пропена коньяк, да? Ароматика будет везде своя. Это... Думаю, это все? Оттуда, да. Mm-hmm. От вас, примерно. Mm-hmm. Ваши mm-hmm. районы видят только вынуты. Красивый. И чувствуете запах такой вилли? Запах вообще, вот реально запах. Да. Да-да, да. Все красиво. Увлажнение специальное стоит. Коньяк. Да, бочки да, не какая-то... Бобон. Да, здесь 90 градусов влажно. Чтобы они не рассыпались, отсюда не выходили. Да. Красивый. И функционирует. Бизнес функционирует. Да? Начинает да, два да. года. Время, это надо, пиво, надо. Да, по да? чуть-чуть, да. Особенно маркетинг. Сейчас, особенно сейчас импортозамещение, да. То есть уходят импортные компании из России, да. Мы встаем на эти место. Сейчас все немецкие, гинусы. Соло, да. Вот завтра будет вариться, да. То есть это, в принципе, выглядит. Это робится, да. Это робится, и потом покупает пошли. Варочный порядок. Все очень пиво, новый, да? Модерн, да? Модерн. Это Словения, Словения. Вот это оборудование Словения. А, Словения. Да, Словения. То есть был выбор между немецким и словенским. Угу. Только стаут сварили. Вот только стаут сварили. Он бурлит, видите? А, да. Здесь недавно происходило стирание, да? То есть это помыли, это принесли, да? Сколько людей каждый день работают здесь? Сколько? 5, да? 5 людей? Все. Все. И все функционирует автомат. Это машины делают все. 5 людей здесь работают. Ну, у нас не работа, потому что санкции мы 5, 1, 2, 3, можно, да? 5 людей. Здесь происходит затирание, да? Выделение сахаров. То, что я говорил про солод, а сахар не происходит, да? Чтобы потом нам получить сахара, которые получит, будет поедать дрожжи и выделять алкоголь. Вот он, видите, сейчас бродит активно. Да, 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 он работает. Ферментируется, да, он работает, настаивается. То есть наше пиво настаивается Эли 3-6 недель, а лагеры, в частности немецкие, 7 суток, 2,5 месяца.
Это начальное. Это только, только что. Да? Вот только что закончилась варка, да, и вот началось. А Элли очень бродит быстро, это верховое брожение, поэтому он моментально начинает бродить. Схватывает дрожжи лагерным. Нужно помочь. Вот там кислород медицинский стоит, да, его заводят, чтобы они завелись. Потому что лагеры при более низких температурах вроде, да, чем Элли. Мюниш. Муник Дункл. Немецкий. Немецкий. Да, Муник. Да. Темная. Премиум Пилс. Вот. Это, этот премиум Пилс победил у 5 немецких компаний. Золотую медаль. Закрытой дегустации. Красиво. Вот именно. Вот. Раухбир. Это интересно. Раухбир. Да, вы пишите. Как немецкий язык? Вы пишите немецкий Rauchbier. Не по-русски Rauchbier. Все как по-немецки, по-английски, да, все как полагается. То есть, если мы делаем премиум пилс, то мы и пишем премиум пилс. Если мы делаем Хелисбок, крепкое, да, 7-градусное, то же самое. Светлый, крепкое бок, да. Красивый. Это инвестиция была. Инвестиция, вот владелец, вот он, владелец везде есть, да? То есть вот этот завод, где мы находимся, это все его, да, территория. Поэтому это здесь, это большой инвестиция, это все за... Да. Ну, главное, маркетинг хорошо, бам-бам-бам, и все функционирует. Это, да, это главное. Главное. Да? Понравилось вам пиво-то, вы пили уже? Очень. Да, был хорошо. Хорошее пиво. Был, я пил, какой пил? Светлое премиум. Ну, да. Пил вкусно. Вкусно. А что мы сейчас попробуем? Мы можем и пилс отсюда прям с первоисточника бороть. Темненько, наверное, у нас еще не готово. Из бельгийских это любим. И, наверное, мы можем попробовать то, что в бочках стоит. 15 градусов, но это по сапогу, потому что сразу будет казаться, что не очень. А вот так, кстати, практически открыли новый второй цех, он еще не открыт, но будет лежать. Это будет новый? Да, новый. Четырехтонники вот они стоят, да? О, они еще запущены. Да? Вот. И куда едет это пиво? Все России или только Псков, Санкт-Петербург, Москва или куда ваш пиво? Только Псков. Санкт-Петербург и Москва, да. Вот это начинает. И, возможно, конечно. Владивосток один день. Конечно. А? Ну, один хорошо. День я, конечно, ну, может быть. Можно, можно. Красивый. Можно, да. То есть там двухтонные, да, танки стоят. Это четырехтонные, они более больше. Четыре тонны. Вier Tonnen Behälter, Leute. Das ist hier schon ein bisschen viel. Kann man eine Weile trinken. Чтобы заполнить его, тебе нужно будет тогда и больше варочная эта штука? Конечно. Нет, ну, теоретически да, но мы можем просто варить две смены, два дня, например. Да, два дня, например. Или полную неделю мы будем варить по один танк, например, да? То есть, если варочный порядок. Ну, скорее всего, это интересно. Почему? Ну, это большой. Инвестиции. Красивый. Я понимаю, логика следующая. Это производство. Производство непростое. Очень сильно завязано на сбыте. На сбыте. Да? То есть, если правильно заниматься маркетингом. А здесь... Словения, да, строит это. Он скажет, Словения, это Словения, да, Югослав. Словения. Он скажет, машины Словения. Их немного. Стоимость ее 100 тысяч евро. Значит, вот купюрки стоят, да? 100 тысяч, да. Ставим их на конвейер вручную, из полуавтоматки. Все, практически, а полуавтоматки. В том сегменте она этикируется, да? Датный розгрева. Здесь промывается опять же той же водой, дистиллированной, плюс еще мы включаем ультрафиолет, дополнительная дезинфекция, да, промывается, здесь происходит ее наполнение. Это называется изобарический розлив, поэтому вот углекислота здесь стоит, да, она в бутылку подает давление, да, под давлением углекислоты. Первое, углекислота тяжелее воздуха, она ее оттуда выталкивает. Плюс, когда розлив идет, углекислота не дает пениться. Да, она наполняется, достаточно быстро происходит процесс. Потом происходит примерно вот таким образом. Да? Вот бутылка, вот эта пена, нет контакта доступа с воздухом. Тут же она ее укупоривает. Да? И получаем что? Нефильтрованная, не пастеризованная, и тепловая обработка нигде нет. Да?
Год хранения бутылки. Год. По сути, оно живое, по сути, его можно назвать живым, потому что мы ему ничего не делали, да? Ну, при соблюдении условий хранения, то есть холодильник, плюс 4 градуса. Один год. Здесь она споласкивается, здесь завод, поэтому придумали некий душик, потому что эта опция у итальянца стоит 3000 евро, да? Русская штука. Да. Это? Душ. Russian opция. Russian opция. Посмотри. Внизу. Получается, в любом случае, бутылка пивом вливается, да, достаточно сладкой становится, да, липкой. Здесь она споласкивается, и все. Поддон, коробка, и поехали на склад. Это все. А эта опция стоит, а? Ну, производительность данных, то есть максимум 700 бутылок в час, да, то есть... Это крафтовая пивоварня. 700 бутылок в час. Бутылок, да. Пол-литровый. 700. 350 литров в час. 700 бутылок в час. То есть, в принципе, мы можем разлить день и ночь работу. Но так, готовый танк 2 тонны, то есть, примерно за 8 часов за рабочий день он разольет. Плюс еще, конечно, еще и нужно помыть, потому что, если ты не сполоснешь, вот эти все механизмы могут залипнуть, и потом это все сломается. Поэтому это надо промыть как минимум, да? Щелочки, слота, все как полагается. То есть здесь процесс происходит. Сами в танки не залезают, ничего не моют. Есть специальная машина для этого. Щелочки, температурная обработка, это все обрабатывается. Вот фиг машина вот эта стоит. Вот она. Да. Да, то есть там справа щелочь, слева кислота. Вначале процесс щелочек при высокой температуре, да? Все отбивает вот это все процессы прожжения. А вот это тягомойка, да? Вот она моет тяги, возврация. То есть здесь тоже щелочь кислота, тоже итальянская машина. А потом их же ее и наполняет. То есть она может это делать. То есть маленькая, компактная, сама себя моет. То есть здесь не надо стоп машина, вот она сама. Сколько времени один? Один это сколько времени стоит? Это? Налить? Ну, если полный цикл, то около 5-7 минут. То есть помыли. Щелочь, кислота, прохварка, наполнение, да? Но мы вначале помыли кеги, допустим, вот они стоят чистые уже. То есть вот там грязные, допустим, да? Да. Это чистое. Мы их заранее моем, а потом просто программа для просто их наполнения. То есть это буквально занимает 3 минуты примерно. 3 минуты? Да. Хорошо. Это когда уже просто наполнение. Siemens. Да? Видишь, санкции функционируют, да? Санкции каждое место здесь, я вижу санкции. Санкции функционируют, да? Санкции работают. А это все бутылки, все здесь налево. Мы просто пробуем для понимания того, что к чему двигаться дальше, да? Ну это не как наверное, это конкуренты. А, конкуренты, конкурент. Да-да, потому что... Да-да, это все не здесь. Да, там тоже, видите, санкции. Видите, санкции. Пиво не санкции. Да, стика тоже, интересно, да. И это всегда он, да, босс? Это всегда он, говорит. Он, босс? Он это всегда, да-да. Но он без усов, реально, в жизни он без усов. Да, он там был, да? А вот это называется алкометр, да? То есть вот это алкометр, да, измеряет градусность, да? 90 тысяч, вроде ничего сложного. 90 тысяч стоил. Интересно. Но это наша уже дистанция, то есть это Новосибирск делает. Колосс 2. А вот если брать на образование ваше, что самое дорогое? Ну это, естественно, сырье. Ich bin am 31. August in Pskov, letzter Tag der Druzhba-Fahrt, und jetzt trinke ich hier in Pskov mein erstes russkoje Pivo, mein erstes russisches Bier, frisch gezapft in diesem Werk, wunderbar, neue Anlage, 2 Jahre alt, großartig, hier läuft alles vom Feinsten. Also es ist Hoffnung da auf gutes russisches Bier aus Pskov. На здоровье, за здоровье, дорогие друзья. На здоровье. Спасибо, что мы здесь. Спасибо. Всего хорошего. Und jetzt probiert Schadauer. Das erste.
Вкусно. Да, да, да. Очень вкусно. Будет русский пиво. Да, тоже в Германии думаю, да.